Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Realme 10 Pro Plus. И сейчас мы разберемся, как настроить рингтон на данном устройстве. Итак, для начала мы переходим в приложение «Телефон», после чего нажимаем на три точки в правом верхнем углу и заходим в настройки. Здесь мы выбираем раздел «Звуки и вибрации», спускаемся пониже, и у нас здесь есть мелодия звонка, выбираем ее, «Разрешить». Выбираем что-то из системных рингтонов, либо на этом устройстве что-то может быть предустановлено. Вибросигнал. Из всего этого можно выбрать спокойно. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!